Так. 12 было. 1 целая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ранил. 11, то есть, ну, 10,5 из 12. Очень неплохо. Здравствуйте, туристы-милитаристы! Сегодня у нас на улице начес Bowie от Cold Steel. Сразу скажу, что О2, конечно, ржавеет конкретно, то есть она буквально вот на глазах у меня покрывается сразу же темным налетом. И я думаю, что можно будет даже в качестве эксперимента ее попробовать потравить. Думал, ребят, сделать какой-нибудь там тест, как я иногда делаю там с музычкой, чтобы все эффектно, там щепки, чтобы разлетались, там 5-10. Пришел сейчас, нет, интерес очень академический у меня, так же как и у вас, я думаю. То есть давайте-ка без всяких вот, чтобы этот нож под музыку, он и так много чего наделал в клипах производителя компании Cold Steel. Нож предоставлен замечательнейшим магазином Ламния с 4 по 10 февраля с 2019 года с кодом Архадер10, скидка 10% на весь товар будет, включая уже уцененный. Так вот, в чем, собственно говоря, вот замерзают сразу капли здесь жидкости на клинке, в чем академичность сегодняшнего теста. Все очень красиво, и можно пробивать, я уверен, сапоги, и можно нарезать ботинки, рубить свиные туши. В этом вообще ничего удивительного нет, потому что, ну вы видите. А вот именно те самые фотографии в интернете со сломанной рукоятью, вот это вот нас немножко приводит в замешательство. Плюс, конечно же, меня очень сильно беспокоит поведение именно спусков. Почему? Потому что при всей своей крутой брутальности, при всем при том, что нож действительно он просто поражает, восхищает, спуски здесь, сука, как у кухонника, как у шефа. И в этой части нож крайне уязвим. То есть, по большому счету, все, что я сейчас буду делать, это не для этого ножа. Этот нож — это нож настроения плюс мясо. Вот. Но начнем. Сразу скажу еще один момент, который добавит сейчас экшена. То есть снимать я буду вот именно вот на таком плюс-минус расстоянии. Буду подходить вам что-то показывать. Еще один момент. Возможно, будет бегать фокус, но сегодня от этого уже, ну, никуда не деться. Может быть, он и будет бегать. Так вот, хотел сказать, что вызвав свой адрес, конечно же, душевнейшие слова, вот, поймал, я уронил этот нож на кафель, и самый кончик, видите, чуть-чуть ушел. То есть я до теста сейчас, он сейчас вот чистый, абсолютно без следов дерева, я до теста показываю, что немножко здесь я косякнул. И сейчас мы будем кокосить этим немножко искривленным кончиком. То есть вот вы видите, ребят, что кончик уже немного ушел. Ладно, поехали. Так вот, добавляет еще некоторых эмоций тот момент, что все мороженое, везде лед. То есть
как он справится. Здесь все обледенело нахрен. Ну, посмотрим. А что делать? Пришел же, правильно, пришел. Погнали. Ох ты ж. Ох ты ж, ничего себе. Вот это я понимаю. Беру в три пальца. Здесь расширение рукояти позволяет совершенно четко фиксировать. Ребят, я даже, видите, когда пытаюсь правильно рубить, вот в эту вот, в первую треть, вот так особо сильно не зашел. А вот именно вот этим широким местом, ближе к рукояти, вон оно что. И опять же еще один момент. Как только я более полого рублю, получается такой, ну, меньший эффект. Как только я захожу в угол примерно 45 градусов, ну вы видите. Больше всего сейчас было жаль, хотел сказать, твоей любви. Больше всего сейчас было жаль того, что не хотелось прерывать процесс, а такая классная фотка бы получилась именно вот как он выходит вот таким вот образом. Просто, просто пердипердозно, просто супер. Ну что, я могу сказать, что в плане какого-то, какой-то рубки этот нож, он просто, сука, монстр. И именно вот примерно 45 градусов наиболее удачные удары получаются. И именно, не, надо сфотографировать все равно, как хотите. И именно ближе к рукояти. Я вот не знаю почему, потому что обычно я рублю, стараюсь вот этим местом. А здесь прямо на, вот, ух, класс. Так, ну давайте что-нибудь найдем построгать. Я хочу построгать немного до батонинга. Почему? Вот сейчас, например, случайно взял и поставил ладонь на режущую кромку. Огромное спасибо Паше и Андрею за перчатки, потому что в очередной раз я бы сейчас просто-напросто был бы опечален вот этим обстоятельством, своими какими-то порезанными. Так, мне нужно какой-то найти нормальный кусок деревяхи, чтобы его построгать. Вот у нас есть березонька здесь. Вот она. Сука! Та самая норвежская береза. Нет, ребята, рано некоторые критики Cold Steel списывают со счетов. Еще есть порох в пороховницах. Ну, не совсем удобно, конечно, строгать, чисто исходя из размера ножа. Потому что при каждом движении вот такая сабля вперед-назад ходит. То есть здесь, безусловно, нож скорее для прерий, чем для наших лесов, вот под какую-то мелкую работу. По большому счету, ну я не знаю, кроме вот эмоций и кроме нарезки стейков в одно движение, вот куда еще этот нож по большому счету употребить? Мы сейчас делаем уличный тест, проверяем там крепость ножа, там 5-10, оно все понятно. Но вот так вот каждый раз в полный замах, смотрите, как получается, полный замах брать именно и проводить вот это вот движение, скажем,
для строгания, ну просто руками намашешься. Нож острый, сука, чувствуется прям, чувствуется, что он очень острый. И это как бы даже не обсуждается. Так, ну вот какую бы нам выбрать веточку такого диаметра, чтобы... Давайте небольшого, почему? Потому что я батонить в принципе не собирался. У меня даже в мыслях не было изначально. Потому как именно спуски. Сейчас вот замерзшая норвежская береза. Любой на пути сучок. И просто пиздец кромки. По-другому не скажешь. Так. Ну что, погнали наши городских. Я надеюсь, вам видно, насколько глубоко нож ушел в пень. Просто по всей практически длине режущие кромки. Так. Ну вот еще и тряпочку мою порезал. Вообще молодец. Так, самое интересное. Сейчас ловим фокус, так чтобы он более-менее поместился все-таки у нас в камеру. Смотрю зеркало. Мне это легко сделать, потому что лампочка включена на камере. И зеркало совершенно без искажений. То есть, мало того, что нет видимых повреждений на кромке у меня еще самое главное, что сам клинок, знаете, как на батонинге, особенно на поперечном, даже на небольших диаметрах, такой клинок очень легко увести. Когда у нас был прошлый случай такого? По-моему, это когда Savage там явно именно в том месте, где батонилось, просто вот это вот зеркало, оно исказилось, и клинок получил повреждение. То есть он, ну, он резать-то не перестал, конечно, но при этом что-то такое случилось. Здесь не произошло. Ну, вы знаете, а я вот, мне понравилось, но как-то с учетом размера клинка не убедил. Погнали наших городских. Как говорится, спасибо тебе, Ламния, за то, что мы сейчас будем делать. Но здесь у меня, ребят, даже сомнений нет в том, что повреждения должны будут быть на клинке. Почему? Ну, блин, потому что ушел-то вообще конкретно. Вот сейчас самое главное его вытащить. Потому что именно на выбивании как раз таки можно и повредить больше всего. Так, сейчас одну секунду. Дайте подумать, как это сделать наиболее безопасно для ножа. Вот. Условно, скажем так, безопасность. Самое главное, что ему хоть бы хрен. Зашел до половины клинка. Так. И все равно под углом выбиваю. Я понимаю, что сейчас кобзда будет просто кромки. Ну нахера я это начал делать? Но ведь побатонил же уже. Нет, вот так это сразу же стопроцентный капец. Все-таки давайте как-то его попробуем
выбить. О, вышел. Так, ну что, сразу скажу, дальше конкретно этот кусок не имеет смысла лупить. Почему? Потому что здесь дело не в том, что разрубим, не разрубим. Интересно было именно посмотреть вот на морозе, насколько сильно у нас ушло вот это самое зеркало, про которое я говорил, насколько сильно у нас ушел клинок. Сразу скажу, ребят, все, кто сейчас может сказать, что это все ерунда, это все фигня, нагрузок не было, попробуйте так сделать. Возьмите любой свой широкий нож, любой толщины, по барабану. Главное, чтобы спуски были прямые от обуха и, ну, где-то хотя бы 3,5-4 сантиметра. Загоните его даже не в холодное, а в теплое полежко до половины и попробуйте выбить. Так, чтобы оно именно вот заклинилось конкретно. Это я не в том смысле, что я выпендриваю сейчас, что я так могу, нет. А в том смысле, что только в таком случае вы поймете, какие на самом деле нагрузки идут на клинок, на кромку. И что мы видим? А ничего. Вот я ловлю, сейчас я на камеру, вначале я сам смотрел, сейчас попробую на камеру поймать. Видите? Нет искажений. Нету. Здесь самое смешное, вот есть одно место, где изначально заводская заточка была немножко так, вот линия кромки, она так чуть-чуть ушла вниз, но пробовал на бумажке, это место не, ну, то есть никаких не было эффектов. То есть они просто не смогли на таком здоровенном клинке вывести идеальную ровную линию. Здесь чуть-чуть вот так вот, да, даже я не знаю, как замерить, но вот по глаз, если смотришь на отблеск, то немножко видно именно вот сама по себе линия так чуть-чуть гульнула у них. Но при этом, как мне кажется, все пока целое. Молодец! Здесь даже нефиг вообще не о чем говорить. Что касаемо рукояти. Вот пытаюсь, как раз таки самый интересный был у меня момент, связанный с именно рукоятью. Рукоять здесь, как вы видите, сквозная, неразборная. Ну, монтаж рукояти. И вот Саня Григорьев, персонально для тебя, я эти фотки видел, да, разбитая рукоять на ЧСБОУИ, и там вот это вот на тросике соединение и прочее. Я могу сказать так. Вот те нагрузки, которые я сейчас давал, ударные именно, рубка и батонинг, и даже, как вы видите, приходилось мне лупить и в рукоять, чтобы вытащить нож из полена. И также я бил в тыльник. То есть, ну, во-первых, я их считаю достаточными для того... Блин, вот черная рукоять на черном фоне вообще не видно. Я их считаю достаточно серьезными, эти нагрузки, для того, чтобы понимать, что... Ну, вот они были, нагрузки были. Думал уже о другом, поэтому так немножко тупо выразился. Значит, и я могу сказать, что даже не более сильные, а... Те нагрузки, которые я сейчас давал, вот только что в этом видео, в жизни их будет повторять только дебил. Ну, человек, у которого есть именно цель сломать нож. Почему? Потому что, ну, вот это была тестовая нагрузка, окей. В реальной жизни вот так вот лупить, ну, в обух, освобождая клин, во-первых, так загонять клин в деревяху, потом выбивать нож из деревяхи и лупить в саму рукоять, а тем более рукоять не фултанговую. Ну, это действительно человек, значит, будет просто неадекватный, тот, который это делает. Я поделюсь небольшим интимным секретом, признаюсь, что я паузу просто ставлю для того, чтобы, извиняюсь за подробности, высморкаться, чтобы не шмыгать просто в камеру, потому что я не совсем еще выздоровел, но раз погода и свободное время позволили выбраться, что уж тут скрывать. Ну что, как осень. Кончик у этого ножа, сами понимаете, с учетом габаритов, крайне, блин, уже и кокос замерз. Ну что за хрень?
крайне деликатный. Этот звук именно на этом кончике просто как серпом по одному месту. А вы знаете, правильно я сделал, ребят, что на самом деле сделал вот именно такой тест. Традиционный, не под музыку, там без каких-то вот этих вот замедленных эффектов и прочее. Действительно хотелось реально нагрузить нож, действительно хотелось дать ему настоящую такую работу, настоящую какую-то вот такую вот, ну вот, показываю. Просверлили мы, почему-то молока не оказалось, или оно там внутри где-то колобасится, походу подмерзло немножко. То есть, действительно хотелось дать какую-то этому ножу взрослую работу и посмотреть именно, как все выживет. Ну вот рукоять, повторяюсь, вот я голой рукой взял. Ну, на люфты даже нет, ну, даже намека на намек на люфты нет. То есть, рукоять вот как была монолитная, она монолитная и есть. Вот здесь вот... Как вот это все выглядело, это, вот так вот именно оно выглядело изначально. То есть в одном месте немножко шире, в другом месте немножко уже вот это вот расстояние. Она была с самого начала такая. То есть сейчас не, она не сыграла ни вправо, ни влево от того, что я несколько раз ударил по ней. В этом плане, ну вы меня простите. Вы меня простите, друзья. Какой еще нам запас прочности нужен? Давайте я с вами поговорю. То есть... Всем, ну, что ж такое-то? Всем привет. О, зимушка, зима. Давайте резать бумажку специально для Вани Дубова и Вити Миллера. Сейчас будем нарезать бумагу. Клинок у нас до конца не вытрешь, потому что у меня тряпица тоже уже влажная. Но все равно посмотрим. Так, первое. Первое, что интересно. Вот именно то место, которое я отбил, когда уронил нож, чуть-чуть загнул. Вот оно самую-самую масс, видите, оно даже, сейчас я попытаюсь показать правильно, надеюсь, что видно будет. Вот потому что я вижу совершенно отчетливо, оно даже не сломалось. То есть вот если вот так смотреть, то как будто бы немножко ушел клинок. А по факту вот я вижу, что именно то место, которое я согнул, уронив нож на кафель в очередной раз, на плитку, оно просто дальше догнулось немножко. Здесь это видно. Я очень надеюсь, что фокус все-таки подскажет и покажет. Видите? Сам факт того, что я его шибанул, он у меня упал, ну скажем, не с высоты, там вот такой вот. Ну, плюс-минус, вот он упал именно с высоты столешки на кухне. Я просто на самом деле понимаю, что все, что я услышал после этого от Юли, это было совершенно справедливо. Я даже только так немножко выражение лица поменялось, но не более того. Я даже ничего не ответил, потому что если бы... Если бы на моей любимой кухоньке кто-то вот так вот посторонний уронил бы такую здоровенную хрень на плитку, которую я выбирал, ну, в данном случае не я выбирал, она выбирала и ждал потом чуть ли не полгода, чтобы ее привезли, я бы, наверное, был бы, да, немножко в таких же эмоциях. Ладно, поехали. Надо было под музыку делать, сука. Надо было под музыку делать, чтобы все это было так. Вот он вам, Cold Steel. О2, казалось бы. Эротика. Ё-моё. Нож только что рубил. Ну, я очень надеюсь на то, что никто не подумал. Вот мне кто-то сказал, что снимай одним дублем, потому что
могут подумать, что ты вначале бумажку порезал, а потом рубил и строгал. Но на самом деле, ребят, вот они все свежие чурбаки, но и здесь даже дело не в этом, не в чурбаках дело, а в том, что ну, момент доверия, ну это как вот когда я разыгрывал нож. Я просто включил этот самый, генератор случайных чисел. Он выстрелил первый же, и я человеку отослал нож. Сказал, номер такой-то, все. То есть, ну, момент доверия, понимаете, и здесь кто мне верит в то, что я говорю и что я показываю, тот верит. Кто не верит, я не собираюсь никому ничего доказывать именно. Специально тут, ну, нож только что работал. И я, честно говоря, думал, что сейчас у меня будет какой-то именно вот момент опять, ну вот, вы видели же, он рубил, он батонил. И именно то место, которое вот у нас заходило глубже всего и в прирубке, и при батонинге, ну, не его формат, не этого ножа размер листочков. Я поражен, честно. Ух, я сделал это в том плане, что тест все-таки состоялся, потому что демонстрировал этот нож я вам достаточно давно. Ну и пишите в комментариях, по факту. Но я понимаю, что идти с таким ножом в лес, это именно идти, знаете, в стиле героев Дикого Запада. Это действительно Боуи, это действительно круто, это действительно классно. Ну, он выдержал нагрузки. Причем он выдержал те нагрузки, которые я был, честно говорю, уверен, он не выдержит. То есть я шел, четко осознавая, что я сейчас пойду, клин у меня при батонинге уйдет, кромка сядет, и я скажу, ну а что вы хотели? Нож-то по мясу, нож-то просто как легенда, там, 5-10, для забоя, там, двурогого, двуногого и парнокопытного скота и прочее, и прочее. То есть, такие вот мысли уже были в голове. То, что сейчас произошло, и даже эта бумажка, я не люблю бумажки резать, но мне было очень приятно сейчас ее порезать, реально. И то, что даже на кокосе, вот кончик, я говорю, он, ну вот, он действительно, я вам уже показывал, он реально, он не обломался. Он просто дальше немножко догнулся именно в том месте, где я его уже согнул недавно. Все. Единственный рукоять, вне всяких, лично для меня, вне всяких теперь сомнений. То есть это реально монолит. Почему? Потому что этим ножом не надо делать то, что я только что делал. И вот, ребят, пишите. Мне интересно просто. Вот кроме эмоций, кроме удовольствия, кроме того, что это нож именно вот там такой вот вызывающий какую-то ажиотацию, и плюс, конечно же, вот эти вот шикарнейшие стейки в одно движение, а для чего он может быть нужен? Просто охренительный. Просто охренительный. Спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся. Если я решу протравить клинок, то вы его еще увидите. Ну, и я надеюсь, вы его еще увидите на каких-нибудь красивых фотках. До встречи, ребята.